Цепленные посуды есть? Пластик, пожалуйста. Цепленные. And then I forget like the next like 10, there's a lot of other stuff that keeps going on there that I forget about. So. Gracias.
поэтому рядом с это летающая лаборатория. Седьмой кто-то там прикрылся. Дождливый Макс. На долю Сбербанка приходится около трети активов космической отрасли России. Сбербанк. Все прогревается, подтягивается благодарный зритель на свои насиженные места. Ну и, конечно же, продолжается наша с вами летная программа.
второй части нашей программы будем читать после антракта. На посадку двух самолетов L-710, которые планируется использовать для внутривидиального перевода в Магаданскую Лифу, было подписано финансовыми организациями. Сбербанк подписал соглашение со сотрудничеством по программе 2020. Кроме того, банк выявляет взаимодействие по работе с правительством партнерства с объединением двигателя строительных компаний. Используется в королевских ВВС Таиланда. Очень короткий был пробег на посадке. Самолет уже остановился. Его сейчас начинает рубление. Мы получили.
Раздвигается Сергей Богдан, 50. Дела России, заслуженный летчик, испытатель. Шесть пилот, компания «Сухой». Все внимание на полосу. Давайте пожелаем победителям всем.
Thank you.
заходи. Возили буран, когда еще Марию не достроили. А у нас и самолет, и все. И они сильнее получаются. Слушай,
Ну он же все знает. Так, где наша машина? Машина где? Да там. А, понятно. Стали как эти, я не знаю. Чего? Я только хотел сказать, что никто не говорит. Вдруг мы самолет покажем.